В регионе выросло число детей, заболевших коронавирусом и ОРВИ. За неделю в Курске и Железногорске на треть увеличилось количество вызовов врачей на дом. На карантине частично находятся 69 школ. Все чаще ребята попадают в больницу. Справиться со стремительным распространением болезни должна помочь вакцинация. Первая партия «Спутника М» поступит в Курскую область до Нового года. У меня старшая дочка, ей 15 лет, она в Москве уже получила прививку, причем одновременно привилась и от гриппа, и очень хорошо перенесла, фактически никаких побочных не было явлений. Надеемся, что это поможет обезопасить наших детей от коронавирусной инфекции. На заседании оперштаба разрешили проводить спортивные соревнования среди детей до 13 лет. Запрет на организацию массовых и публичных мероприятий продлили до 20 декабря. Если тенденция на снижение заболеваемости сохранится, ограничения перед Новым годом планируют ослабить.